Снег и гололед превратили дороги края в аттракцион неприятных сюрпризов. Федеральная трасса в районе нашего городского округа не стала исключением. Все подробности далее. Даже хваленые внедорожники в такую пору не всегда могут вскарабкаться на злосчастный фокинский подъем со стороны Находки, чего тогда говорить о многотонных фурах. Так, два многотонника буквально раскорячились в районе 8 ветров, вследствие чего наступил транспортный коллапс. Чтобы хоть как-то разрулить сложившуюся ситуацию, на место прибыли сотрудники госавтоинспекции. Легковушки пустили в объезд, а застрявшие на подъеме фуры стали дожидаться своего часа. Погрузились в городе Находки рыбой на город Омск. Прошел снегопад, дороги не чистят, не посыпают, поэтому здесь и застряли. Подняться не можем, машина груженная. А сколько тонн примерно? 20 тонн. Это 20 тонн рыбы, а машина еще? Да, машина 17 где-то тонн, 37 тонн. Дорожники вообще не смотрят, ну, за дорогой. Это просто геморрой один. Хотя бы хоть бы песочком что-то сыпали, хотя бы хоть бы маленькой соли, чтобы... Да сколько можно-то уже? И в самом деле, куда подевались дорожники? Зато на помощь пришел военный пожарный Урал. Однако дернуть 37 тонн не так-то легко. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Словно спаситель на горизонте появился самосвал с углем. Его водитель предложил свою помощь. Для благого дела и угля не жалко. Вооружившись лопатой, один из пожарных принялся сыпать его под колеса фуры. Самое интересное произошло уже после того, как все фуры разъехались. На этот подъем прибыла дорожная техника с песком. Как говорится, в таких случаях лучше поздно, чем никогда. Приехали бы пораньше, смогли бы зачекиниться на фоне раскорячившихся грузовиков. Это зона ответственности Примавтодора. Дорога краевая. Вчера и позавчера были у нас большие сложности с ней. Люди звонили, естественно, в муниципалитет. Мы, поскольку дорога краевая, звонили в Примавтодор. Это ответственность Примавтодора. То есть департамент дорожного хозяйства заключает договор с Примавтодором, который должен содержать эти дороги. Но эти два дня у них тоже были сложности, и поэтому, начиная с выезда из города в сторону Находка, у нас машины стояли. И подойдет КДМ-ка, посыпет, возобновляется. Только раскатается, либо снег выпадет, либо ветром сдует, опять начинаются сложности, и вот там у нас есть напряженное место. Действительно, мы, в принципе, связь держим с Примавтодором. Как только напряжение возникает, звоним, но, конечно, они не сразу далеко приезжают, и здесь напряжение есть.